Советском Союзе. У футболе перемогу новых прагнуют французы. Испанцы просиесту марить драницу до ранку. Янки марить и заробок под отсотки костью банки. Эстонец и латыш, украинец и литовец поют о краине, традициях и мове. А так само марить ехать в Штаты и Германию. Белорусская ж мара зароблять 500 доляру. Белорусская мара 500 цин доляру. Белорусская мара 500 цин доляру. Усё будет файно, усмешки на парах. Зароблять буду 500 уа-а-а-а. На-на-най-на-на. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на-на. Пара-па-пара-па-па. Уапу-дай-на-ну. 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 Пара-па-пара-па-па. Мы будем на рок. Песня про мары на самом деле. А так по сутности сумма не имеет значения. Главное, что очень часто люди ставят некую такую столю своим марам. И просто и питание, что после, да, клиенты досягают. Тому не ставьте никаких обмежеваний для своих маров. Ой, ставьте планку все выше и выше и выше. И самое соправное, чекаю вас только напереди. Все, что мы прошли наступный этап. И вот дымки промо-ролика. Ну, это для нас новый досвід, цікавий досвід. Так само это треба робити, это треба научаться так само, як поводити себе на камеру. Ми молодий гурт, это треба вчитися гетти, треба сподобатися. Ми так і думали, що о, там обов'язкова мета перемогти там всіх зробити. Так подумав, ну класно поудільничати в любому випадку гурті. Ось заявити науку в собі, щоб нас почули. Мені от у гурта секс сподобалася. Мені ось спекава, трек і хурма. Тому так, знімається на душі. Головне віриться, все справдяться.